Давай, Марфа. Завтра в утреннем экспрессе расскажем звездную историю Михаила Пореченкова. Афишу развлекательных и познавательных мероприятий представим в культобзоре. Приготовим арахисовую пасту вместе с рубрикой «Дело тела». А также обсудим 10-й международный фестиваль «Бахфест». Ждем в гости организатора. И не забывайте, хороший день начинается с утреннего экспресса. Давай-ка поспорим, а? На что? На компанию твою. Поспорим, давай. Замуж выйдешь, я тебе все долги прощу. А если не выйдешь, твоя компания становится моей. Гипермаркет выбираю я. Сотрудника я. Годится. Пускай это будет самое низкооплачиваемое чмо. Годится? Хорошо. Начальство тебе прислало нового стажера. Познакомьтесь. Ира. Вадим. Блин, что это? Порвалось. Порвалось? 4000! 4000, лифчик! Ирка! Ты что, не знаешь, почему я здесь? Нет, не знаю, почему. Потому что... «Мужчина с гарантией». В четверг кинопоказ в 21.00 на 4-м канале. А почему ты не на рабочем месте? Уволю! Бьют! Будь осторожна, дочь. Хорошо, пап, не волнуйся.